Узнать нюансы жилищного законодательства смогли активисты микрорайона «Мелькомбинат». В Уссурийске продолжает свою работу школа управдома. В семинаре принимали участие 20 человек. Слушатели активно участвовали в обсуждениях, отвечали на вопросы спикера, решали непростые задачи на разные темы. Например, как правильно известить собственников о собрании, как заполнить бюллетень заочного голосования, как посчитать голоса собственников в той или иной ситуации. Активистам рассказали о возможности участия в муниципальной программе проведения капитального ремонта. Напомним, в рамках проекта «Школа управдома» запланировано 11 семинаров на всех территориальных округах. Следующий пройдет 14 мая в Доме культуры «Родина» в Доброполье. Более подробную информацию о проведении занятий можно уточнить по телефону 32 11 10. Мы узнаем новую нормативную базу, что касается жилищно-коммунального хозяйства. Это первое. Второе. Идут практические занятия, как правильно проводить собрания, как правильно оформить протоколы и в дальнейшем управлять домом.